В Институте геологии и нефтегазовых технологий состоялся научный баттл, где молодые исследователи из разных институтов выступили с научными докладами. Научный семинар проводился для выявления способностей молодежи из разных институтов и возможностей информационного обмена, который в дальнейшем мог бы помочь развитию Казанского федерального университета. Мы наблюдаем очень много в стенах нашего федерального университета талантливой молодежи, но эта талантливая молодежь никак не взаимодействует между собой. И зачастую вот эта междисциплинарность, она не реализуется в полной мере. Мы решили, с одной стороны, найти талантливую молодежь, а второй – познакомить их, и чтобы между ними завязалась такая научная работа, которая бы в дальнейшем могла поднять и развить наш Казанский федеральный университет. На мероприятии выступили ученые и практикующие специалисты из институтов физики, геологии, химии и биологии. Участникам предоставилась возможность расширить свои горизонты в различных областях науки, а также представить результаты своих исследований коллегам. Сегодня я делаю доклад на тему моделирования микрофильтрации в цифровом керне. Планирую рассказать об основных вызовах, которые стоят перед данной тематикой, какие направления используются, как это применяется в рамках проекта Казанского университета, в рамках научного центра мирового уровня. Напомним, что это не первое и далеко не последнее мероприятие в подобном формате. В ближайшее время запланировано еще несколько подобных семинаров. Виктория Козырева, Александр Кузнецов, Универньюз.